Временно исполняющий обязанности главы антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецешор подала в отставку. Информацию подтвердил генпрокурор Эдуард Харунжин, при этом он добавил, что она остается на должности заместителя в этом ведомстве. Напомним, неделю назад премьер-министр Майя Санду и вице-премьер Андрей Нестаси, который также является министром внутренних дел, подвергли критике Бецешор, обвинили ее в затягивании расследования банковского мошенничества. Впоследствии Нестаси обратился в генпрокуратуру с требованием инициировать правовые меры в связи с отмыванием миллиардов и коррупцией на высоком уровне в отношении ряда судей и прокуроров, причастных к незаконной деятельности. Адриана Бецешор была назначена на должность временно исполняющего обязанности главного прокурора антикоррупционной прокуратуры 2 месяца назад, после того, как бывший глава ведомства ушел в отставку.